представьте, пожалуйста. Назовите свою фамилию, имя, отчество. Это кадры судебного заседания. Лицо этого человека знает вся страна. Денис Евсюков, майор милиции, начальник московского УВД Царицына. В ночь с 26 на 27 апреля 2009 Евсюков расстрелял прохожих у супермаркета «Остров», а затем и покупателей в магазине. Под пули попали 22 человека. Семеро ранены, двое убиты. Вот одна из жертв Евсюкова, Алена Дудаль. Во время суда девушка, не отрываясь, смотрела на майора. Чувствует ли он сейчас свою вину перед ней? Подсудимый ведет себя спокойно и уверенно. Как будто он ни в чем не виноват. Как будто просто к нему пристали. Старший прокурор Амалия Устаева выступает гособвинителем на многих громких процессах. Беспредел Евсюкова шокировал ее. Под мишень Евсюкова мог попасть любой гражданин, в том числе, не дай бог, вы, я и кто-то другой, который в ненужное время, в ненужном месте бы оказался. Майор Евсюков не просто расстрелял людей, которых обязан был защищать. Он убил веру в органы правопорядка. Теперь каждый задается вопросом, а вдруг я следующая мишень такого же Евсюкова? Что на самом деле произошло в ту трагическую ночь? Каковы истинные мотивы преступления Евсюкова? Обвинение просило, чтобы Евсюкова приговорили к пожизненному заключению, лишили наград и звания. Суд просьбу удовлетворил. Московский городской суд признал его виновным в совершении умышленного убийства 2 человек, покушения на умышленное убийство 22 человек, посягательства на жизнь сотрудников милиции, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Но адвокат Евсюкова Татьяна Бушуева считает, наказание слишком суровое. По ее мнению, действия подзащитного следует переклассифицировать. Хулиганские действия плюс телесные повреждения. Это просто хулиганские. Я опять-таки оговариваюсь, если он вменяемый, то это хулиганство. Адвокат не согласна с приговором. Она подала кассационную жалобу. И надеется, Дениса Евсюкова признают невменяемым. И если суд соглашается с этим, то человека направляет на принудительное лечение. Более того, этих форм принудительного лечения тоже бывает несколько. От самых, скажем так, более серьезных форм принудительного лечения до амбулаторного. То есть достаточно, чтобы его амбулаторно наблюдали врачи-психиатры. Амбулаторно – это значит дома. Значит, у бывшего майора Евсюкова есть шанс выйти на свободу. 0 часов 10 минут. Домодедовская улица. Евсюков выходит из подъезда. Последнее время он жил в этом доме. Он идет к дороге, останавливает проезжающую машину. За рулем Сергей Евтеев. Евсюков садится на сиденье рядом с водителем. Машина трогается. 0 часов 32 минут. Прохожие видят. Серый «Шевроле Ланос» затормозил у дома номер 38 по Борисовскому проезду. Водительская дверь распахивается. Из машины на дорогу вываливается мужчина. Это Сергей Евтеев. Он уже ранен. В это время из машины выходит мужчина в милицейской форме. Это Евсюков. Он стреляет вслед Евтееву. Что произошло между водителем и пассажиром? В тот вечер Сергей Евтеев поехал на заработки. Но платой за проезд стали 6 пуль. Прохожие, увидев раненого мужчину, вызвали скорую помощь. Врачи приехали быстро, но спасти Сергея не удалось. Он скончался по дороге в больницу. Жена Сергея Евтеева, Юлия, ждала его дома. Думала, вернется к полуночи. Время шло. Женщина не заметила, как заснула. Разбудил ее резкий звонок в дверь. И вот я подошла, и как бы мне вот милиция сказали, что Евтеев Сергей как бы жил здесь. Я говорю, как жил? Я закричала. Сотрудники милиции сообщили страшную новость. Ее муж убит.
первое слово у маленькой Полины было «папа». Ну, постоянно с уст, говорю, этого ребенка не сходит. Вот именно слово «папа», я похожа на папу, всем вот. Все вот у нее вот именно вот папина. Вот папина и все. Моего ничего. Ну, только вот. Ну, все папин. Но уже почти год, как Юлия и Полина живут одни. Без папы. Всегда говорю, как бы вот Сергей, Сергей, Сергей. Такое ощущение, что вот, вот он просто куда-то уехал. Ну, не могу я вот поверить в то, что вот его совсем нет. Это вот одна из любимых рубашек Сергея. Он ее очень любил и постоянно старался ее как бы одевать. А это вот то, что нам отдали, когда Сергея убили, и вещи, которые непосредственно отдельный крест его был, вернули, ну, как бы в памяти, поэтому он всегда у меня находится на фото, то есть висит. И его очки, в которых он ездил вечером против Бликовой. И вот все, что вот осталось. С Сергеем Евтеевым они знакомы с детства. Учились в одном классе. В школе Сергей был очень робким, поэтому шаги навстречу приходилось делать ей. Писала, как бы, сколько жизнь твоей продлится, не забуду я тебя. В жизни может все случиться, не забудет и меня. Как бы я эти стихи непосредственно, как бы, вот, ну, как бы Сергею отнесла. Окончив школу, Сергей ушел служить в морфлот на 3 года. Вернувшись со службы, сделал Юлии предложение. Казалось, впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. Сергей носил жену на руках, души не чаял в маленькой Полине. Хотел получить права и купить машину. Ну вот, в принципе, его мечта осуществилась. Был очень радостный. Как бы я ему звонила, я говорю, чем занимаешься? Ну вот, говорит, на права, говорит, сдал. Сейчас, типа, идем с ребятами обмывать. Сергей уверял родных, автомобиль – хорошее подспорье. Вечерами он занимался частным извозом. Это помогало заработать лишнюю копейку. апреля Сергей Евтеев забрал жену с дочерью от родственников, где они гостили. Привез домой. Говорит, Юль, говорит, выходной день, говорит, я, говорит, тогда, говорит, ну, подработаю, подбомблю. Ну, и я позвонила, ему говорю, Сереж, ты там недолго, как бы, давай. У этого газетного киоска истекал кровью Сергей Евтеев, первая жертва майора Евсюкова. Здесь, вот отсюда, с этого места, то есть, когда Сергей перебежал из машины, он упал здесь. И без сознания его отсюда забрала скорая. Что предшествовало кровавому воскресению майора Евсюкова. События того дня выглядят так. Начальник УВД Царицына города Москвы Денис Евсюков приезжает в отделение к 8 утра. Он болен, у него высокая температура. Проводит инструктаж. После этого инструктажа он находился на работе, потом приехал домой, переоделся и поехал встречать к 2 часам гостей. Сегодня он пригласил родственников и друзей отметить свой день рождения. Тогда еще никто и не догадывался, чем закончится этот праздник. Вот на карте этот ресторан. Здесь майор Евсюков отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 32. 14:00. Подъезжают первые гости. Приглашены только самые близкие. Это были его дед, мама, отец, жена, родственники жены. Те, с кем он работал с самого начала, придя в УВД. Карина подъехала, опоздала где-то в районе полчаса. Евсюков волновался. Он ждал красавицу-жену Каринета Наконян, бывшую солистку группы «Стрелки». Домашние друзья звали ее Карина. О Карине я ничего не могу плохого сказать. И это совершенно искренне говорю. Она очень
воспитанная, очень корректная молодая женщина. Она никогда не позволяла себе каких-то вольностей, которые могут приписывать артисткам такого легкого жанра. Не ругалась, не пила, не курила. Это клип популярной группы. Девушки поют про любовь. Продюсер группы Игорь Селиверстов признается, коллеги Карины по цеху не могли понять ее выбор. Очень нетипичный брак для артистки с милиционером. Со стороны они казались любящей парой. Может быть, внутренне, конечно, была какая-то пружина, которая вот и порвалась там. Адвокат майора Евсюкова Татьяна Бушуева уверена, повод был. Какую-то вспышку могло провоцировать наличие тостов. Ну, пора уже детей заводить, уже 10 лет почти живут. И возраст. И Денис, и Карина мечтали о малыше, но никак не получалось. Многие семьи проходят через это испытание. И чаще всего все заканчивается разводом. Супруги надеялись, что чудо произойдет и долгожданный ребенок появится, несмотря на неудачные попытки Карины выносить и родить первенца. Согласно материалам дела, было 2 выкидыша. Но это очень лично, я никогда не лезла в это. Вот за этим столом майор Евсюков отмечал свой день рождения. Гостей было человек 20. Все было достаточно четко расставлено, вот, но не по сценарию, но очень теплая компания. Люди все сидели, общались. Все пили тосты, поздравляли. 6 часов пролетели незаметно. Приглашенные были довольны. Хороший стол, веселая компания. 8 часов вышли родители. И из авиньона, вот он рассказывает, 15 ступенек наверх, потому что это полуцокольное помещение, полуподвальное такое. Выходит 15 ступенек, грузят подарки, и дальше они едут в Golden Time. 23:15. Компания самых близких друзей продолжает отмечать день рождения майора. В Golden Time начались всякие приключения. Никто не знает, что это за человек. Вызывает Евсюкова из-за стола. После этого он пришел, он до этого был бледный. Никакой. После этого он пришел, он стал смотреть в стол. Вот дальше пошли странности какие-то в поведении. То есть он вставал, она говорит, что я его начинаю говорить, что Денис, подхожу к нему, начинаю спрашивать что-то. Он не отвечает, она говорит, что абсолютно темные глаза. Почему она его не повезла домой? Почему не вызвали скорую помощь? Почему именно позвала домой? Она говорит, что я думала, ну выпил. Ему стало плохо. Зачем я буду отвозить его в больницу? Карина уговаривает мужа ехать домой. Он начал говорить о том, что он не то, что не поеду. Она говорит, что он мычал. Просто человек не понимает, где он, что он. Он никакой. Медицинский анализ Евсюкова показал. В его крови обнаружено 2 промилле алкоголя. Это примерно 400 граммов водки. Доза изрядная, но не смертельная. Карина звонит лучшему другу Дениса, просит помочь отвезти мужа домой. Друг приезжает, поднимает Евсюкова с пола. Буквально силой ведет его к машине. Карина за рулем. Они едут домой. По дороге майор пытается вырвать у жены руль, открыть дверь машины. Карина не понимает, что происходит. Супруги приезжают домой. Не снимая обуви, Евсюков ходит по квартире. Он не замечает, что топчет подарки. Он подходит к окну, начинает разговаривать. Она говорит, что он водит руками и говорит со цветами. 00:02. Евсюков надевает милицейский китель и собирается уйти. Карина не пускает его, но бесполезно. Женщина обращает внимание, у него в руках ничего нет. Это она подтвердит на суде под присягой. Евсюкова Карина по фактическим обстоятельствам дела заявила, что после возвращения из ресторана Golden Time, примерно полночь, муж одел милицейский китель, вел себя странно и вышел, не объясняя причин, вышел из дома.
00:40 звонит мобильный телефон Карины. Определился номер мужа. Он молчит, потом нажимает отбой. Карина перезванивает, но он не отвечает. Просто отключает телефон. Она не знает, где муж. А Евсюков идет через дворы к Шипиловской улице. В это время у газетного киоска истекает кровью Сергей Евтеев. Эксперты потом установят. В Евтеева стреляли из пистолета Макарова. 9-миллиметровый ПМ принят на вооружение МВД в 1951 году. Он компактный, удобный в эксплуатации, простой в обслуживании. Пистолет, который использовал Евсюков при стрельбе, был в 2000 году объявлен как похищенный из Северокавказского управления внутренних дел на транспорте по Ростовской области. Более того, по данному факту было возбуждено в свое время уголовное дело, были найдены лица, более того, они осуждены, приговор, но пистолет не был найден. Оружие было в розыске 9 лет. Адвокат Татьяна Бушуева выдвигает сенсационную версию. Этот пистолет мог принадлежать водителю Евтееву. Оказывается, погибший был дважды судим, а значит, вооружен и очень опасен. Надо было просто сравнить, по какой статье он был судим, где он отбывал наказание. В этот период где отбывали наказание те, кто в городе Ростове-на-Дону были судимы за хищение и даже этого пистолета. Итак, обычный водитель и его пассажир – сотрудник милиции. Кому из них проще достать оружие? Да, по-моему, ответ очевиден. Конечно, сотруднику милиции. Сотруднику милиции не просто проще его достать. Его можно удерживать длительное время у себя. Кому в голову придет его обыскивать, смотреть, чтобы обнаружить у него огнестрельное оружие незарегистрированное? Но если в машине у Евтеева был пистолет, находящийся в розыске, зачем мужчина посадил в салон сотрудника милиции? Да еще и показал ему оружие. Это большой риск для водителя. Его проверяют и гаишники, его останавливают, у него там люди какие-то могут увидеть. Допустим, водитель был вооружен, и между ним и пассажиром возник спор. Евтеев достал пистолет. Если бы сотрудник милиции сел в машину, у него завязался скандал с кем-то, с таксистом или еще с каким-то человеком, он в целях самообороны выхватывает пистолет из рук таксиста. Да, может быть, он один раз случайно и выстреливает. После этого он должен вызвать немедленно скорую помощь, в первую очередь, и органы милиции. Он должен оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, несмотря на то, что он в него стрелял в целях самообороны. Если сотрудник милиции обороняется от преступника и случайно выстреливает, то только один выстрел. У таксиста Евтеева было 6 пулевых ранений. Еще несколько пуль застряли в обшивке машины. При задержании пистолет был в руках у Евсюкова. Первый вопрос оперуполномоченных задержанному майору – откуда пистолет? Евсюков ответит: ты же опер, сам знаешь. Откуда? Для опера достать пистолет – это не проблема. Старший сержант Алексей Кантиев увидел этот пистолет одним из первых. Он задерживал майора Евсюкова. Так откуда пистолет? Либо приобрел через знакомых, либо отобрали во время задержания. Больше других способов я не знаю. Найти под кустом, вот, откопать его где-то. Он же не черный копатель, правильно? Тем более пистолет не времен войны. У адвоката Игоря Трунова своя версия. Стрелял он из табельного пистолета. И для того, чтобы уйти от этого табельного пистолета, стрелял он табельными патронами. В результате никуда не делись, все-таки признались в суде, что патроны были на балансе. Справка пришла о том, что с оружейного завода они поступили в ГУВД Москвы. Стрелял он из табельного пистолета. Но понятно, что здесь прямая материальная ответственность, потому что это орудие убийства. Каким образом пистолет оказался у майора, суд не установил. Но пистолет без патронов – это всего лишь кусок металла. Пистолет без патронов не стреляет. У Евсюкова было более 30 патронов. И как было установлено судом, они находились на балансе МВД.
00:50. Это Шипиловская улица. У этого дома номер 46 гуляет влюбленная парочка. Навстречу идет мужчина в милицейском кителе. Он останавливается, достает пистолет. Несколько раз в них стреляет. Не попадает. Идет дальше. Час ночи. Гаражный кооператив Зябликова. Здесь Евсюков стреляет в мужчину, но промахивается. Мужчина в панике убегает. Евсюков подходит к круглосуточному магазину «Остров». Вот обычный московский супермаркет. Здесь у центрального входа 19-летний Илья Герасименко встретился с друзьями. Тут около вот этих дверей, около входа, вот, я стоял вот именно на вот этом месте. Вдруг громкий хлопок. Показалось, что кто-то взорвал петарду. Илья оборачивается. За его спиной стоит мужчина в милицейской форме. Он начал ближе подходить. Тут был еще выстрел. Как в замедленной съемке Илья наблюдает. Неизвестный начинает стрелять по их компании. Молча. Целится каждому в голову. Молодые люди бросаются в рассыпную. Мужчина стреляет им по ногам. Ну, в принципе, там тоже есть следы еще. Я думаю, остались. Вот. Вот она, маленькая там есть. Илья замер. Ноги не слушаются. Жив он или нет? Ему больно. Значит, жив. Только стрелял. Ничего не говорил, ничего не показывал, не приказывал. Просто стрелял. Парень не сразу понял, что ранен. Первая пуля попала в шею. Вторая в поясницу. Прошла наискосок, снизу вверх и застряла около сердца. Илья идет в поликлинику, как к себе домой. Последнее время он здесь частый гость. Здравствуйте. В больнице этого пациента знают все. У вас рентген грудной клетки? Да. Пожалуйста, теперь проходите через оптику, через турникет, 104-й кабинет. Илья заходит, раздевается. Процедура привычная. Не дышим. Дышите. Снимок готов. Какое-то инородное тело. Пуля на расстоянии всего 1 сантиметра от сердца. Он в очень опасном положении. У него пуля под сердцем, понимаете? И какие-то резкие движения могут привести к тому, что он просто умрет. Почему ее не вытащили в тот момент? Как сказали врачи, вот, что вытаскивать было нежелательно. Вот, потом мы услышали, что такую операцию мы не делаем вообще. Вот спустя какое-то время мы начали уже ездить по больницам, чтобы лучше сделали эту операцию. Вот. Ездили в разные больницы. Вот. И вот в какой мы не были, везде сказали, что такое не делается. Илья Герасименко ищет врача, который может ему помочь. Но операция сложная и стоит дорого. Карьера майора Евсюкова складывалась удачно. Он быстро продвигался по служебной лестнице. Разговор о том, что он дорос до такого высокого уровня и не имел поддержки сверху, ну, это смешно. Мы все с вами реалисты. Абсолютно очевидно, что Евсюкова продвигали. Евсюков для своего столь молодого возраста дорос до такой должности не случайно и не просто так. В 2008 году в 31 год Евсюков становится начальником УВД Царицына. Но с подчиненными отношения не складываются. Они же все, если они сержант или там лейтенант, а тут надо тебе майор в 32 года и уже начальник УВД. Ну не могут они им этого простить. Зависть, элементарная зависть. Михаил Пашкин, председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы. К нему часто приходили жалобы на майора Евсюкова. Мне сотрудники докладывали, что он, когда пришел, что он прямо так и сказал, что я, говорит, от профсоюза избавлюсь. Ребят поощряли за задержание преступлений, а он им выявлял взыскание, чтобы эти деньги как бы не выплачивать. Но это только с подчиненными. Евсюков – строгий начальник. С домашними у него теплые отношения. Отец до последнего момента ухаживал за ним. То есть он приходил к нему на работу, пришивал ему шевроны, пришивал ему погоны.
То есть отец ухаживал за ним, как за маленьким ребенком. Его адвокат Татьяна Бушуева рассказывает, Евсюков человек замкнутый и не каждого подпустит к себе близко. Но иногда делает исключение. Он мне подарил икону. У него, будем говорить, интимные отношения с Богом. На милицейском жаргоне палка – отметка о раскрытии преступления. Сколько подразделения должно получить таких палок, решается наверху. Тех, кто не выполняет план, лишают премии. Могу сказать про палочную эту систему, когда сотрудников заставляют из пальца буквально высасывать преступление. Но подогнать реальную жизнь под разнарядку невозможно. Едет патрульная машина, видит, пьяный идет. Они его берут, потому что у них показатели должны быть столько пьяных доставлено. А не важно, что там вот разбой через за кварталом совершается. Евсюков хотел, чтобы его отделение было первым в городе по раскрываемости и делал для этого все возможное и невозможное. Ради статистического благополучия, ради карьерного роста он фальсифицировал дела. И, конечно, нужно проверять весь тот спектр дел, которые он вел. Что там? Там невиновных сидит большое количество, скорее всего. Но даже это не помогало. Отделение, которым руководил Евсюков, не было лучшим в городе. Наибольшее количество неудовлетворительных оценок результатов оперативно-служебной деятельности в УВД Царицына. Царицына практически везде присутствует, что они плохие, плохие, плохие. Став руководителем достаточно серьезной силовой структуры, Евсюков стал испытывать определенные моральные, психологические проблемы. Эти проблемы нагромождались одна на другую. У него не все было в порядке в семейных отношениях. Как мы это называем, он находился в определенной психогенно-травмирующей ситуации. Евсюков нервничал, злился, но ситуация не менялась. Он был не в состоянии руководить таким большим коллективом, и он постоянно испытывал стресс. Он этот стресс вынужден был заливать алкоголем. Естественно, на определенном этапе вот этой постоянной стрессовой ситуации и алкоголя, смеси стресса и алкоголя, понимаете, оно и рвануло. И рвануло очень сильно. Именно здесь стояла Алена Дудаль в тот вечер, на этой ступени у центрального входа. Тренировка по фигурному катанию закончилась поздно. Девушка возвращалась домой, но по дороге решила заехать в магазин купить продукты. Остров – единственный круглосуточный супермаркет в районе. Перед входом она остановилась. К ней подходит человек в форме. Он поднимает руку с пистолетом и, не говоря ни слова, стреляет. Целился в сердце. Но я вовремя повернулась, то есть получилось, что он мне попал в спину, ну, в лопатку, раздробил мне там все. После выстрела у меня рука упала. То есть я боль не почувствовала, но как будто не моя рука была пришита. Алена говорит, ей повезло. Она осталась в живых. Это все было как замедленная съемка. Я даже не знаю, как сказать. Минуту две это все происходило очень быстро, но было очень страшно. Но до сих пор она не может понять, почему это случилось именно с ней. За что майор милиции сделал ее инвалидом? С нами он не разговаривал, только после того, как его уже поймали. Он сказал, что если бы у него был автомат, ему было бы веселее. Жизнь Алены навсегда разделилась на до и после той страшной ночи. Я занималась фигурным катанием 16 лет. И сейчас я уже больше не могу заниматься спортом. То есть по состоянию здоровья я постоянно болею. И из-за своей руки.
Эта ночь перечеркнула все, что у меня было. Алена с детства мечтала, будет известной фигуристкой. Обязательно поедет на Олимпиаду, станет чемпионкой. Ее мечта никогда не осуществится. У Дениса Евсюкова в детстве тоже была мечта – служить в ВДВ. Голубые береты всегда считались элитным родом войск. Каждый мальчишка хочет служить именно там. Не был исключением и Денис Евсюков. Это Владимир Коньков. Ему 32. В 95-м году он закончил ПТУ номер 88. Получил специальность художника-реставратора. Он учился в одной группе с Денисом Евсюковым. Активный парень был, вот, конечно, драться любил. Диня, мы его звали между собой. Диня, Денис. Он, на самом деле, достаточно веселый парень такой вот был, когда мы учились вместе в одной группе. Чтобы стать десантником, Евсюков тщательно готовился. Учился прыгать с парашютом, прошел медкомиссию. Когда я его спрашиваю, а как же ты проходил медкомиссию, он говорит, что вы опять? Что вы прям не понимаете, что ли? Жалобы есть, жалоб нет. Вот и комиссия прошла. Позже стало известно, жалобы были. В 1989 году по заявлению родителей Евсюкова, Евсюкова Денис был госпитализирован в детскую психиатрическую больницу номер 6 города Москвы. Тогда Денису было 12 лет. Он учился плохо, не усваивал программу, в дневнике стояли двойки и тройки. В больнице мальчику поставили диагноз – Церебросценический синдром вследствие раннего органического поражения центральной нервной системы. Психиатр Александр Гонопольский 20 лет проводил судмедэкспертизы в институте имени Сербского. Он знает, как этот диагноз проявляется в жизни. Он с детства отличался неуравновешенным характером. Обращалось внимание на его злобность, агрессивность, эмоциональную неустойчивость. Но от службы в военно-десантных войсках пришлось отказаться не по этой причине. Началась война в Чечне, и родители просто не пустили сына служить. Денис Евсюков поступает в Академию МВД. Там на диагноз, поставленный в детстве, тоже не обращают внимания. При принятии решения о приеме Евсюкова на службу органы МВД Российской Федерации данные обстоятельства не исследованы, не были учтены. Сергей Пименов – астролог. Он составляет персональные гороскопы по дате рождения. Ко мне иногда приходят люди и говорят, вот посмотрите, там мой гороскоп или гороскоп там моего ребенка. Есть ли у него преступные наклонности? Я могу сказать, да, что фактически тенденции определить всегда можно. Мы попросили рассчитать, какими чертами характера обладает человек, который родился 20 апреля 1977 года. Это дата рождения Евсюкова. Но астрологу мы этого не сказали. Каков будет его прогноз? У него просто ярко выраженные качества человека, который чувствует собственную неполноценность и за счет подавления других повышает свою самооценку. Сделав еще несколько вычислений, астролог добавляет новую информацию. Человек идет по головам, просто, как говорится, по трупам, ради, собственно, славы в первую очередь и собственного удовлетворения амбиций. А страдают, естественно, все, кто находится под его властью. Причем очень жестоко. Мы уже собираемся уходить, когда астролог замечает, однажды этот день уже сыграл свою роль в истории. Знал ли Евсюков, с кем в один день он отмечает день рождения? Люди, лично знакомые с ним, уверены, что да. 20 апреля, и в этот же день родился Адольф Гитлер. Где-то я тоже слышал, что он там чуть ли не фашистские там эти самые, не на 9 мая, а чуть ли не фашистскую форму одевался. 1:05. Это кадры с камер видеонаблюдения. Евсюков заходит в супермаркет, берет в заложницы девушку. В зале работает лишь одна ночная касса. За ней Эльмира Турдуева. Она видит вооруженного человека и успевает нажать тревожную кнопку. В 2008 году Эльмира Турдуева приехала в Москву из Киргизии на заработки. Дома остался 6-летний сын. Эльмира работала в магазине ежедневно, без выходных. Каждую заработанную копейку отсылала домой, престарелой матери и малолетнему сыну. К
Коллеги и посетители отзывались об Эльмире тепло, улыбчивая, дружелюбная, никогда не нагрубит. На этих кадрах последние секунды ее жизни. А это камера с центрального входа. Видно, как в магазин заходит мужчина в форме. В его руках пистолет. У аптеки обнимается влюбленная парочка. Они не сразу замечают майора. Он проходит мимо, потом разворачивается, стреляет молодому человеку в голову. Тот падает. Мужчина в форме хватает девушку и, угрожая ей оружием, ведет в торговый зал. На кассе в упор расстреливает Эльмиру Турдуеву. Первой заложницей Евсюкова стала Надежда Полбина. Она в шоке. Может, это дурной сон? Вырваться возможности нет. Мужчина крепко держит ее. У Евсюкова заканчиваются патроны. В какую-то секунду он ослабляет хватку, и заложнице удается вырваться. Майор перезаряжает оружие, заходит в подсобку. Через нее можно выйти на задний двор. Там укрылись другие сотрудники магазина и покупатели, напуганные выстрелами. 7 человек. Одна женщина беременная. Евсюков наставляет на людей пистолет. Требует, чтобы к нему вышла самая красивая. Все замирают. Смелости набирается одна женщина. Она пытается заслонить свою беременную дочь. Попросила Евсюкова, чтобы не убивал, никого не стрелял людей. Хотела разжалобить его, вступить с ним в речевой контакт. Даже предложила деньги. Сказала, я вам сейчас открою кассу, выдам деньги. На что Евсюков ответил, мне нужны не деньги, а ваши мозги. Иди к стенке. Заложнице кажется, это конец. Алексей Кантиев – сотрудник патрульно-постовой службы. Он задерживал своего коллегу. Какой он коллега? Он не коллега, преступник. Поступок Евсюкова опозорил честь мундира. Прежде всего, было обидно как бы за то, что отношение людей изменилось. Но не, и так было не совсем хорошее. Вот. А теперь уже как бы, ну, совсем уже. К примеру, в Царицыно ребята рассказывали, да? Выпившая молодежь кричала, вот евсюковцы едут. Такое действительно было. Экипаж патрульно-постовой службы приезжает в дежурную часть отметиться. Им сообщают, в супермаркете «Остров» сработала тревожная кнопка. Местные жители слышали выстрелы. Сотрудники ППС выезжают на место происшествия. Здесь, у центрального входа в магазин, они видят несколько раненых. По рации немедленно вызывают скорую помощь и подкрепление. Где может скрываться вооруженный и особо опасный преступник? Приблизился я. В магазин зашел. Типовой универсам. И как бы я знаю, что есть выходы со двора этого универсама. Но преступник наверняка, он через вход не пойдет, правильно? Он будет выходить через задний двор. Милиционеры бросились туда. На заднем дворе супермаркета они увидели. Майор милиции целится в женщину. Он готов выстрелить. 1:30. Еще секунда, и майор выстрелит. Женщина закрывает глаза, чтобы не видеть смерть. В этот момент приходит помощь. Увидели Евсюкова, нацелил оружие на людей, крикнули «брось оружие, милиция, стрелять будем». Мужчина в кителе отталкивает женщину, прячется за мусорным баком, отстреливается. Сотрудники милиции открывают ответный огонь. Никто не знает, сколько у него осталось патронов. Командир роты патрульно-постовой службы Андрей Бородич выбивает из его рук пистолет. Заломали руки, надели наручники. Майора обыскали. Нашли у него служебное удостоверение и полностью убедились, что это действительно сотрудник милиции. Сорвали с него погоны. И у нас даже эта куртка досматривалась в суде, и погоны лежали в кармане. То есть они сорвали с него погоны, тем самым вот сказав, что сотрудники милиции так не делают. Оружие упаковали в пакет. Это важная улика. Улика убийства. Главное – сохранить на ней отпечатки пальцев. Но на суде выяснилось, все следы с пистолета исчезли. Непонятным образом. Представитель потерпевших Игорь Трунов уверен, это не случайность. Если даже потом кто-то по небрежности, по неосторожности сверху мог стереть отпечатки пальцев, но
Внутри они пропасть не могли, они никак не стираются. Отпечатки можно смахнуть, и там уже некачественные, и ничего не осталось. Но экспертиза говорит, вообще ничего, даже обрывков отпечатков не осталось. Вот это, кроме как умышленно, сделать нельзя. Исчезли отпечатки пальцев и из машины, где был застрелен Евтеев. 2:20 Майора Евсюкова сажают в патрульную машину. Он молчит. Потом жалуется, что неудобно. Жмут наручники. В самом начале. Он 20-30 вообще молчал. Просто сидел. Потом приободрился, нормально, все. Сидел спокойно. Безумным он не выглядел абсолютно. Нормальный. Задержанного доставляют в ОВД Зябликова. Вскоре туда приезжает Владимир Пронин, на тот момент начальник ГУВД города Москвы. На вопрос Пронина, почему ты совершил это преступление, Евсюков расплакался, объяснил, что у него были проблемы в личной жизни, взаимоотношения с супругой, с родственниками супруги, расплакался, жаловался на тяжелую личную жизнь. На вопрос Пронина, почему тогда сам не застрелился после совершения преступления, Евсюков ответил, я что, дурак, стреляться. Началось следствие. Дело сразу стало делом номер один. Еще бы, обвиняемый – большой милицейский начальник. Ольга Иванова тоже была в тот роковой вечер у супермаркета. Она дружит с Аленой Дудаль. Подруги общаются каждый день. О том, что было, пока шло следствие, девушка рассказала только нашей съемочной группе. Алене Дудаль. Ей угрожали. Вот. Ну вот, мы вместе были с ней. И там еще с несколькими друзьями подошли какие-то мужчины. Ну и начали спрашивать, типа, в кого тут стреляли? Ну, типа, где эта девушка? А Алена была в пати, у нее как бы тут плечо, ну, шрам видно. Увидели ее такие, захотели что-то с ней поговорить, чтобы она не давала показания. Ну, против Евсюкова вообще отказался от этого всего. Потом ей вроде бы звонили, угрожали, по-моему, вот, они же. Игорь Трунов был на предварительном слушании по делу. Припарковал машину у здания суда, напротив центрального входа. Там с двух сторон камеры видеонаблюдения. Мы вышли день, вышли из суда, машина вся разбита. Выбили вот эти стекла. Выбили вот эти стекла. Адвокат попросил предоставить записи с камер. И на момент, когда машину били, пленки нет. Дело возбуждать не стали. Юрист провел собственное расследование и рассказал нашему корреспонденту. Многое, связанное с Евсюковым, осталось в тайне. Свидетели говорят, он и раньше грабил этот магазин. Приходил в супермаркет «Остров», набирал полные тележки, демонстрировал удостоверение и не платил. Это грабеж, открытое хищение. Никто ему это не вменяет, при том, что эти показания фигурируют в материалах дел. Судебные заседания по делу Евсюкова шли 2 месяца. Помню, как я первый раз зашла в зал суда, когда был первый суд. Он сидел, смотрел мне в глаза. В тот момент мне было очень страшно. Он смотрел на меня так, как будто бы, ты еще жива, наверное, вот так вот. Или, там, ты выжила, жаль. Таким вот взглядом, то есть, озлобленным. Подсудимый свои показания зачитывал по бумажке, не говоря ни одного лишнего слова. Как он руководил целым отделением милиции, для меня, конечно, загадка, если он все с листа считал. Татьяна Бушуева заявила, ее подзащитный признает лишь те эпизоды, которые сняты на пленку. Камеры наблюдения зафиксировали только убийство Эльвиры Турдуевой. И Евсюков его признал, сказал, что раскаивается. Особенно потому, что маленький ребенок погибшей женщины остался сиротой. С его стороны даже никто не сделал попытку хоть как-то компенсировать этому ребенку, который остался без матери, хоть какие-то денежные средства.
Если бы Евсюков это сделал, это есть обстоятельство, которое могло бы смягчить его ответственность, но с его стороны этого не было сделано. Поэтому говорить о каком-то раскаянии, наверное, вот сложновато. В остальных эпизодах уже бывший майор милиции не сознается. У него даже есть этому объяснение. Пояснил, что мотива убивать Евтеева и мотива, значит, покушаться на остальных у него не было. Как будто бы был мотив убивать Турдуевы, покушаться на жизнь остальных. Сказал, что я этих людей не знаю, соответственно, они мне не делали ничего плохого, и я не мог их убить. По словам адвоката Татьяны Бушуевой, последнее, что помнит ее подзащитный, как он выходил из ресторана «Авиньон». Дальше полный провал памяти. Он говорит, я помню, что еще все стояли. Я помню, что вроде бы складывали подарки. И дальше он очнулся во дворе. Он сидит среди каких-то коробок, хлама, мусор, и у него в руке пистолет. Этот промежуток времени – 5 часов. Здесь он стреляет, там стреляет, на Шипиловское, потом подходит к супермаркету внутри. То есть вот эта ситуация, переключение внимания, вступление в речевой контакт, оно не характерно для ситуации аффекта. Александр Гонопольский 20 лет проработал в институте имени Сербского. Для него психолого-психиатрическая экспертиза майора Евсюкова полна противоречий. Упоминание о том, что он не помнит, это... просто-напросто установочное, наверное, поведение. Может быть, он не хочет помнить, настолько ему тяжело это все вспоминать. Тем не менее, это основная версия защиты. Майор Евсюков ничего не помнит и не понимал, что делает. Человек прячется, понимаете, он прячется от сотрудников милиции. Он начал прятаться. Но если он начал прятаться, я думаю, что, в принципе, все он прекрасно понимал и осознавал. Несмотря на все усилия защиты, судебно-медицинская экспертиза признала майора милиции Дениса Евсюкова вменяемым. Московский городской суд приговорил его к пожизненному заключению, лишил звания. Адвокат подала кассационную жалобу. Эти красные стены – бутырская тюрьма. Пока рассматривается жалоба, Евсюков здесь. На тюремной одежде бывшего майора 3 нашивки. Склонен к побегу, склонен к суициду, склонен к нападению на охрану. Ему не положены свидания. Исключения не делают ни для кого. Если приговор оставят без изменений, то, скорее всего, бывшего майора переведут в места более отдаленные. Возможно, вот в эту колонию для пожизненно заключенных. Ее название «Черный дельфин». Тут отбывают срок те, кого раньше расстреляли бы. А сейчас приговорили к пожизненному. Узники дельфина сидят в одиночках. По территории передвигаются, исключительно нагнувшись вперед с закинутыми за спину руками. Потерпевшая Алена Дудаль никогда не станет фигуристкой. Я бы его убила. За то, что он сделал со мной. Не именно за это, а за то, что он есть просто. За все страдания, которые он принес всем моим друзьям, моей маме. Ну, я бы не промахнулась, стреляв ему в голову. Девушка хочет сменить имя и навсегда забыть, что с ней произошло. Но кто ответит на главный вопрос? Почему такое случилось? Это у нас... милицейская вседозволенность. На мой взгляд, это не первый случай в жизни Евсюкова. Достиг определенных успехов. Он не справился с этими нагрузками. В плюс еще проблемы в семье, там, взаимоотношения с подчиненными и так далее. Все это какое-то наслоение. И он решил вот таким вот образом разрядиться. Но, на мой взгляд, приговор является законом, обоснованным, справедливым. А что будет дальше, я не буду гадать. Я поступаю в академию ФСБ. Хочу быть человеком, который будет защищать закон. Я знаю, что туда поступлю, у меня все получится. Алена Дудаль будет защищать людей от таких, как майор Евсюков.